же вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта, и кисейную тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк. Не скрывая свою любовь, Тоня светит, танцует Рио Риту, веки полуприкрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. Через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Ах, Рио-Рита, как плескалось алое знамя, в нашей юной стране был каждый юный вдвойне, где все это не было и нет. Гражданка, предъявите документ на право пребывания в этой квартире. У меня его нету. Тогда пройдемте в отделение. Вы задерживаетесь за нарушение паспортного режима. Водят в дом неизвестно кого. А это? Это же вообще глумление над портретом вождя. Достаточно отнести. Только попробую, удавлю. Нет, просто комедия какая-то. Два часа Марию отпускают, а в 6 утра следующего дня у нас на пороге участковый тут как тут. Ходит в квартиру к нам как на работу. Моя хорошая. Говорит, задерживается за нарушение режима. Понимаешь, такая борьба, кто кого. Я этому участковому нос отвинчу, чтобы не обижал. У нашей девочки характер весь в маму. Здрав самая смелая. При всем уважении к вам, товарищ Антонов, и речи быть не может. Ей вообще нельзя в столице находиться. Бывшая заключенная, какая прописка? Я тоже бывший заключенный. Ну, некоторых родина прощает, а некоторых... Я все сказал. В следующий раз мы ее не в участок повезем, а на вокзал. Добрый день, вы кто? Это твоя бабушка, так же, как и я. И моя? И твоя тоже, конечно же. Ой. Иди. Дождалась. Увидела. Юбиляр недоволен, что мы здесь решили. Ну, раз в 50 лет можно себе позволить и шумно отметить. Так нужно было людей из Академии позвать. Катюш, все мне нравится. Не суетись, в Академии меня уже поздравили. Ты мне лучше скажи. Дети подрастут, спросят про бабушку. Как объяснять будем? Никак. Скажем, что со стороны Алексея. Потом она все понимает, обиды нет. А когда совсем вырастут, то расскажем и про Варю. Ну-ка, расскажи. Я Витя. Расскажу. Знаешь, смотри на Валика, на Валика. Окно и раму по двору шагает мама. Чисто-чисто мою раму, так люблю я свою маму. Умница моя. Молодец, Надежда. Я еще много стихов знаю. Я еще могу. Что за артистка такая? Ну, говорит, что будет врачом, чтобы вылечить дедушки ножки. Чтобы палочку его выбрать, и чтобы бабушка новая не кашляла. Чтобы много улыбалась и танцевала. Глаша! Глаш, ну что? Мы тебя ждем, ждем. Что такое? Что, дома что-то? Уезжаю я.
Екатерина Афанасьевна. Меня Юрий Иванович наш позвал. Они здесь в Москве проездом. Теперь и я с ними. Не поняла. Он тебя как работницу позвал? Всю жизнь. Всю жизнь о нем мечтала. Думала, босой на край света только бы за ним. А здесь так горе нас с ним свело. Жена его, Анна Анатольевна, она скончалась скоропостижно. Вот дочку надо подымать. В общем, я вещи собрала, я еду. Здравствуйте. Вот так в один миг. Аня, мое сердце не выдержало. Много боли чужой видела и на себя брала. Мы сейчас в Ленинград, назначение у меня. Вы уж простите, что няню вашу забираю. Марья Андреевна, вот как свиделись. До свидания. До свидания. Счастливо. До свидания. Берегите себя. До свидания. Мои хорошие. До свидания. Пойдем. Собираться в дорогу. Опять в дорогу. Ой! Я бы принесла в вашем-то состоянии. Да ничего. О, пардон. Извините. Все красавицы едут на Дальний Восток. Пропустим по рюмашке. Вам достаточно. О, какая. Так, товарищ руки. Военный. Руки убрали? Может, приласкаешь? Приласкаю. Мало не покажется, понял? Мам, скорее! Витька! Мам, он проснулся. Опять горит. Можно я еще за спиртом схожу? Главное, жар снять. А то судороги опять могут начаться. Ты, Надь, как доктора, и болит. Лежи, горе луковое. Ма, ты тоже горячая. А ну, давай ложись. Ложись, ложись. Ложись. Больше надо. Вам нельзя болеть. Да я ладно. Вот за кого боюсь. Да за них. Неделю в поезде. 7 переездов за 3 года. Муж вперед поехал, а мы следом. На фронт гарнизонный. Вы воевали? Молодая ж совсем. Муж воевал, а мой фронт вон сопит. Тихо, 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 т
тебя сейчас с поезда выкину! Отцы, фашист! Я тебе сейчас дам, фашист! Ты откуда взялась, ты? Твоя такая! Я все видел! Он бил силою! Иди, иди отсюда! Так, значит, ваша дочурка советского офицера обожгла дрянь. Куда? За начальником поезда быстро. Давай. Рот открывай. Талдан. Какая станция чудная. Зимой? Да. Надежде Тереховой телеграмма едет? Едет. Первый раз вижу в поезд телеграмма. Вы Терехова? Да. Паспорт, пожалуйста. Воинская молния. Всего доброго. Спасибо. Неужели этот гад что-то успел? Приказано выйти на станции Бира с детьми. Он фамилию вашу спрашивал. И у начальника что-то записывал. Но до Бира почти сутки ехать. Но там ничего особого. Хотя там тюрьма недалеко. А если ослушаться? Не выходить? Приказа? Не имею права. Здесь вышли. Нас что, из поезда выгнали, да? Не сочиняй, Вить, так надо. Ну, я пить хочу. Потерпи. Мама, смотри. За нами. Иди сюда. Замерзли. Носы холодные. У всех троих. Чего стоите-то? Попрыгали бы. Ну-ка, прыгайте. Ну все, в машину. Давай в машину, в машину. Возьми его. Ну-ка. Надя, осторожно. Витка. Приболел чуток. Замерз? Бегом, бегом. Подожди, чемодан. Прыгай. Простите меня, родные, а? Я же не знал, что вас так разобрало. И тебя опять переводят? Нет, мы машины новые получаем. Тут недалеко. Нас задерживают, вот и решил. Отправить телеграмму, чтобы вы раньше сошли. Ну, чтоб тут вместе. А потом дальше на новое место. Да уж хоть куда-нибудь доехать уже, лишь бы не трясло. Доберемся сейчас. Вот, и жилым. Верный товарищ, хороший водитель. Гордость советской армии. Сейчас доберемся мигом. Места здесь обалденные. Ой, пап, мы их за дорогу столько навидались. Маме и Витьке врач нужен, а не места. Езжайте. Эй! Стоять! Так, где ваш наряд? Где ваш наряд? Дайте ваш наряд или разгружайте все обратно. Кто подписывал? Катерина Афанасьевна! Да что ж вы так сразу-то, не посмотревши в святцы, да бух колокола. Вот, пожалуйста, все подписано, все есть. Держите. Порядок? Порядок.
Загрузились, ребята? Так, все, поехали. Здравствуйте. Егоров, опять что-нибудь не поняли? Так точно, Николай Ильич. Вот вы приводили статистику потерь в корейском конфликте. Так что ж получается, американцы сбивают самолеты, а значит, противников нет. Ну как это, потери в ноль? Чудеса прям получается. Здравствуйте. Я озвучил наши данные. Есть еще данные противника, и там цифры могут отличаться. Да, но непонятно. Гитлера вместе с американцами побеждали, а теперь что же, не противники? Егоров, идите. Или есть еще неудобные вопросы. Почему День Победы сделали рабочим днем? Что ж, не праздник уже? Это не мне задавайте. Все, идите, занятие окончено. Есть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравия желаю, товарищ заведующий по хозяйству. Здравствуйте. Коля, пора принять. Не кривись. Я доктору обещала, что ты все будешь исправно принимать. Ну, давай, давай свои порошки. А этот парень, он что, провокатор? Или правда такой любопытный? Или просто дурачок, я сам не понял. Товарищ заведующий по хозяйству. Никогда бы не подумал, что у жены будет чин выше, чем мой. Но уважать тебя здесь точно больше. Потому что я лицо материально ответственное. Коль, ты что, недоволен, что я работаю? Ну, а что я дома одна-то? А здесь я тебя хоть урывками вижу. Спать на полу. Смотри. Оп. Рис. Проходи. Ать. Молчишь, это временно. Нам финские домики сейчас строят, это так. Типовой. Знаем. Каркасно-щелевой. Щитовой. Обещали переселить скоро. Ну что, ну привыкать, что ли? Ну. Здрасте. Ой, Алёша. Ага. Вернулись. Здесь вода чистая. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Можете мной располагать. Спасибо. Я вам все покажу. А, тетеха, совсем забыла. Розалия. А, Надя. Приятно. Я смотрю, детский сад у нас будет. Еще двое есть постарше. А, постарше? Да. Товарищ майор такой молодой, а уже двое. Иди, мужеловка, а? Ходит, ищет, кому показать. Жена с ним. Так что не клади глаз. А как положит, так и обратно возьмет. Ой, Аида Сергеевна, я ведь язычок могу и укоротить.
Больная она у нас. Не обращайте внимания. Из жалости держит, а то давно и отсюда пора. Иждивенко, добро пожаловать в наш дружный коллектив. Спасибо. Пойдем. Приятного аппетита. Здрасте. Здрасте. Давай. А ты новенькая? Самое время познакомиться. Я здесь врач. Надя. Серафима, очень приятно. Приятно. Ты не пугайся, это тут аэродром рядом. Они гудят весь день. Вот когда они гудят, это хуже. Значит, кто-то из вылета не вернулся боевого. Не знала? Летает. На помощь нашим северокорейским друзьям в борьбе с американскими империалистами. Тебя твой длинный язык таки до дальних краев доведет. Мы и так на краю, Сим. 7 лет войны нет, а все, потери несем. Русская на весь мир злая, языком ляпает, у нее мужа нет. А ты беги в политотдел, там новый майор прибыл, крути букли. Че ты злоязычишь, а? Ты замужем, вон она тоже. А я, может, тоже хочу. Моих женихов-то на войне поубивала. Смейся давай, насмехайся, а я пойду букли крутить. Пока. Роз, да ну не обижайся ты, я пошутила. А политотдел где у вас? Давай, я покажу. Наш мужья теперь в одном звене. Будем дружить. Вы давно вместе? В 41-м познакомились. Женаты с 42-го. Совсем детьми. А моему Тимофею 20 лет исполнилось, аккурат 22 июня. Сказал, мы с войной в один день родились, она меня не возьмет. Да. Мы с ним в медсанбате познакомились и приклеился. Папка! Опа! Чего стало? Здрасте. Здрасте. А меня зовут Серафима. Да. А меня Алексей. Очень приятно. Я жена Тимофея. У них кровать не развалится? Даже не знаю. Вроде не должна. На совесть же делали. Теперь да. Ты же разбудил. Только я уверена, что это она. Что это такое? Детей буди. Будьте здесь. Надя, Надя, вставай, доченька. Иди давай, что там? Отпустите, отпустите, мы обязаны, отпустите меня. Витя, просыпайся, Витя. Сынок, просыпайся. Тихо, Надя. Тихо, тихо, тихо. Все, отбой тревоги, спим. Ложись, ложись, ложись. Это Аида Сергеевна там нам ночные арии устраивает. Все, у нее сыт сгорел. Самолет заправлял керосином. Ну и все. Ложись. Она рехнулась. Теперь у всех тырит керосин и прячет. Ложись. И все эти ночные страсти. Давай, 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 давай. О, мальчики. Все. Спи.
нас гардеробщицы симпозиум устроили. Говорят, то ли какое-то знамение было, то ли кому-то что-то приснилось. В общем, в следующем наступающем году вот как-то все-все изменится. Представляете, для всех. Ладно, Катерина Афанасьевна, я побежала. С наступающим вас. С наступающим. Беги-беги, я все закрою. А там, кстати, от товарища Ладюка грузят паркет. Сказали, что тоже для стройки, но не в академии. Сказали, что вы знаете. До свидания. А ну-ка, стой! А ну-ка, стой, тебе говорят! Стоять! Стоять! Ну-ка, не дам увозить! Не дам увозить! У вас наряд липовый! И в прошлый раз наряд тоже был липовый! Это хищение! Давай назад! Николай Ильич, а мы как Екатерину Афанасьевну дождемся. За Нинель моей заедем? Здесь недалеко. Да, конечно, Василий, конечно. Она теперь боится одна домой ходить. Ей прям в лицо говорят, скоро товарищ Сталин всех вас за Урал выселит. Теща чемодан собрала. Бабы из жилконторы ходят, к мебели приглядываются. Я не жалеешь, дура. Мужа своего пожалей. А если я сделаю так, что и его затянет в это хищение, вылетит из своего теплого местечка в миг и обратно в Сибирь. Ну и сволочь же ты. Дура. Че встали? Поехали! Жизни отдавали. А это как? Тот же фашизм. Ты, Василь, тоже не перегибай. Я-то что, мне жену жалко, тещу. Хотя время сейчас такое. Все мы евреи. Даже кто и не еврей. Хотя не знаю, может, я и не прав. Где же Катерина-то ходит? Слушай, а давай-ка через двор проедем. Ага. Аккуратно. Я их потом сама сполосну, так. Конечно. А где шампанское? Шампанское где? Да. Ну, брось, так, Витя, за неимением большой миски и ящик из-под стола сойдет. Да? Надюш, понимаешь, никто не хочет особо обустраиваться, потому что все ждем переезда. И вот третий год уже этими баснями, давай, держи, нас сейчас и кормят, огурцы. Понимаешь? Вот, уже сейчас, слышишь, да. Надюша? И ничего не меняется, Надя. Девочки, где тарелки? Я ему рожу начищу. Ты попадешь по трибуналу, Лёха. У меня 73 боевых вылета, пусть летную книжку смотрит. Больше 1000 налета часов. Он вообще знает, что такое боевой вылет? Хоть один! Да он только и ждет, чтобы ты сорвался. А мне что, терпеть? Мы вам политически не доверяем, крыса тыловая. Что ему надо от меня? Как
как говорит наш помтех, не ищите на куриных яйцах волос. Ну, не нравишься ты ему. Несу. Сейчас идем, Надюш. Сейчас переоденемся и идем с тобой. Тим, ты гармошку достал? Я сегодня играю. Здесь не курит. Пожар опасно. Терехова. Будешь болтать про поезд. Мужа сгноил. А дочку в колонию для малолетних отправлю. Я тебя предупредил. Надюша, пойдем. Надь, ты чего? Тебе плохо, что ли? Надь, живот? Нет. Что? Да, давай. Опять этот Ярцев. Наливаем. Да не обращай внимания, он перебесится. Берем. Давай сейчас под хвост, Надь. Давайте, давайте. Ой, девочки, девочки, куранты! Куранты! Ну что, скорее, Надь! Особое приглашение. Да идем, идем, ну! Ну-ка, отставить. Лежи. Все-таки, Катя, что там произошло? Я же тебе уже говорила. Машина задом сдавала. И я подлезла. А они не видели. Это я только виновата. Коля, это моя вина. Я только не могу понять, почему ты врешь. М? Ну ладно, пусть так. Одно хорошо, что ты теперь не там, ни где-либо еще работать не будешь. Все. Говорит Москва. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза, дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался... Надь, ты чё столбом стоишь-то?
Тихо как-то. Не летают сегодня? Должны были. Может, кто-то... Держи. Мам, ты куда? Партию коммунистов воспитал и закалил ее. Надюха? Вместе с Лениным товарищ Сталин был вдохновителем и вождем Великой Октябрьской. Алеша! Надька! Алеша! Ну, чего? Чего? Алеша! Тихо. Алеша, где мой Алеша? Давай, пульс меня. Ой, мама. Надь, ну ты дурочка, что ли? Кто тебе сказал, что Лёшка твой не вернулся? Кто? Ой. Его Ярцев на кукурузник перевел, знаешь? Он почту развозит сейчас по районам. А от тебя просто просил скрывать. Ну, сейчас посмотрим, сейчас. Сейчас, давай. Паша, ну-ка машину в район. Срочно. Куда в район? Это ж 300 км. У нее поперечное предлежание. Ей только кесарево надо. А? Давай, Надюха, вставай. Вставай, идем. Идем. Давай, Надюша. Все. Езжай! Ой, мама! Ой, мамочка, как больно. Спасибо тебе. Тяжелым повез. Сима с ней поехал.
Савелий Иванович. Савелий Иванович, у нас два инсульта. Одного только привезли, а второй наш, Колчин, из 7-й палаты. Вождь умер, не кот чихнул. Иди, сейчас буду. Сел. Ну, побежали, давай, скорее. Есть, есть. Орать не надо, не глупее. Сюда. Пожалуйста, детей не бросай, пожалуйста. Ты что, молчишь? Ну, молчи. Ты что, прощаешься со мной, что ли? Все на месте, родная. Терпи, терпи. Давление падает. Нужна новая доза хлоротила. Она не сдюжит. Приступаем к извлечению. Зажим. Держите. Хиленькая девочка.